снах хочу я рассказать. Там вдруг я стал стихи слагать. Зачем? Не ведаю о том. Вчера мой сын покинул дом. Так изменилось все во мне, что здесь, что там, во сне, во сне. Я сплавлю и сращу вас вместе, чтобы вместо двух был один. Нас догоняют. Не ссы. Я поддаюсь для вида. Заманим на поля, там пустына в конце лета. Хлороформ, пора готовить нашего героя ко сну. Больше, больше лей. Так он хоть проснется? Доверься мне. Это лишь театральный прием. Так вот, чему учат в вашем ашраме. Сам все увидишь. Для этого тебя и везу. Не ржи ты. Похож на гангстера. Ну так ведь банкир. Почему я не могу плыть? Вода заговорена. Что за чушь? Отец, ты не сойдешь с этого места, не поговорив со мной. О чем? О прекрасном. Входя в связь с прекрасным, человек развивает и рождает то, чем давно беременел. Мыслит о прекрасном. И вместе с этим воспитывает рожденное. Если бы ты увидел прекрасное, то думал бы только о том, как быть вместе с предметом любимым, что и составляет природу души.
Заснуть и страха избежать. Зачем себя куда-то гнать? В ночи другое, нежели днем. Там можно думать о своем. Быстро из пенного моря, как легкое облако вышло, села близ милого сына, струящего горькие слезы. Нежно ласкала рукой, называла и так говорила. Что ты, о сын, рыдаешь? Какая печаль посетила сердце твое? Не скрывайся, поведай, да оба мы знаем. Думаешь, ему это интересно? Что ты еще придумаешь? Ты пользуешься тем, что это сон, и я не могу пошевелиться. Я хочу прикрывать плеса. Чтобы все сказали, что моя жена сумасшедшая? Чем? Театр – удел сумасшедших. Не говори громко, разбудишь. Ты заметил, что когда мы смотрим кому-нибудь в глаза, наше лицо отражается в противолежащих глазах, как в зеркале. Только так, взирая на душу, мы можем познать заключенную в ней мудрость, которая суть божественная. Кто познает божественное, тот познает и самого себя. Не зная самих себя, как мы можем знать, что есть зло, а что добро? Откуда взялся Сократ? Он был благополучно умершлен в 4 веке до нашей эры. Есть версия, что философы не исчезают бесследно и не появляются ниоткуда. Они просто переходят из одного состояния в другое. Сейчас ты перейдешь в другое состояние. Где главный банкир? Камеры слежения пока не зафиксировали, но я уверен, он там. Это все проделки сына. Он ненормальный. Ты до сих пор не нашел способ проникнуть на побережье. Там непреодолимое препятствие. Это происки эстонцев. Они просто не хотят, чтобы мы строили там порт. Но мы будем качать нефть и отгружать в порту. По словам Гомера, владычество над землей принято от отца. Разделили между собой Зевс, Посейдон и Плутон. У Кроноса же относительно людей всегда был, да и теперь еще между богами есть, следующий закон. Человеку, проведшему жизнь праведно и свято, когда он умрет, переселяться на острова блаженных и там обитать во всяком благоденстве внизу, а жившему неправедно и безбожно идти в узилище испытаний и казни, называемое Тартаром. Освоился? Да.
Хороший ашрам. Но это пока. А почему пока? На побережье намеревались строить порт, но стали происходить аномалии, и проект отложили. А? Какие аномалии? Новый вид энергии. Почище газа, не говоря уже о нефти, которые истощаются. Это озеро порождает электрические разряды, которые окольцовывают побережье барьером. У них есть ритм. Я почувствовал его, поэтому знаю время, когда можно сюда попасть безопасно. Сейчас изучаю, как можно усилить молнии, потому что диктатура не потерпит суверенного побережья. Надо готовиться к защите рубежей. А, ты фантастический человек. Внутренний огонь может неадекватно среагировать на чью-то злую мысль. Пойдем посмотрим мою пьесу. Пошли. Когда, не имея сил следовать за Богом, душа ничего не видит, помрачается забвением и злом, и, отяжелев, роняет перья и падает на землю, тогда есть закон. При первом рождении не поселять ее ни в какое животное, ни в природу. Много созерцавшую определено вводить в зародыш человека, имеющего быть или философом, или любителем прекрасного. Достойно окрыляется только мысль философа, но толпа не замечает, что он пребывает в состоянии исступления. Киви, ты чем-то расстроен? Я не могу за всех произносить текст. А зачем тогда вообще нужен текст? Ну, в пьесе-то он должен быть. Ну. Ну. Слова отвлекают от сути. Было много слов, а толку никакого. Фу! Все равно одни трагические финалы. Молилась ли ты на ночь Дездемона? Как сделать счастливый финал, чтобы не было слащавости? Финал вообще не нужен. Тебе не актеры достают. Ты волнуешься по поводу своего отца. Вот какую пьесу я сделал бы по-другому. Во сне я вижу тебя, молодой, как будто снова воскресла хрупкая, худенькая девушка, которую я когда-то встретил. Ты помнишь, как это было? Да, но мы стареем. Почему? Оболочка изнашивается. Ты обманываешь. Ты должна была остаться молодой. Молодость ушла в руки ада. Почему ты его так называешь? Мы назвали его
Алик. Каждый сам создает свое имя. Это иллюзия. Мы ничего не можем создать. Все регулируют нормативно-правовые акты. Перед Богом вдохновенной дружбой, дружба всех прочих друзей и домашних, не значит ничего. Сближение через прикосновение создают источник того истечения, которое Зевс по поводу любви своей к Ганимеду назвал влечением. Он забрал его на небеса. Это и было проявлением любви. Там, на небесах, Ганимед стал виночерпием богов, изливая отныне в их чаши нектар. Зачем вам горячие камни? Зачем вы хотите здесь быть? Все дни будут так же бездарны, как вы не умели любить. Зачем вам палящее солнце? Зачем раскаленный песок? Урвете немножечко порции в ничтожно отмеренный срок. В младенца старик оказалось недолог хваленый маршрут, что грезилось, что зарождалось, все звуки когда-то замрут, все краски когда-то поблекнут, завянет роскошный цветок. Зачем же заманчивым летом желаний лелеем росток? Смотри, едят! Человек должен познавать истину посредством так называемого эйдоса. Вообще мандарин? Приплыли откуда? Теперь знаю откуда. А наоборот. Как прошла инициация? По-моему, это твоя лучшая пьеса. Все сделали аккуратно? Как ты просил. Будем надеяться, ему понравилось. Привет. Нас повело неведомо куда. Перед нами расступались, как миражи, построенные чудом города. Сама ложилась мята нам под ноги, и птицам было с нами по дороге.
рыбы поднимались по реке. И небо развернулось перед глазами. Когда судьба по следу шла за нами, как сумасшедший с бритвой в руке. Обитатели побережья, к вам обращаюсь я, диктатор всея империи. Сопротивление бесполезно. Платоновская пропаганда, развязанная нашими идейными врагами, вергла вас в транс. Когда считается незазорным бегать голожопыми по скалам. Сократ, ты опять явился. Явились мои мысли. Люди так же глупы и хотят, чтобы ими правили. Это ты ничего не понимаешь. Поэзия не подвластна диктатуре. А ты как родился молью, так молью и помрешь. Ты говоришь о Цикуте? Я знаю, что я ничего не знаю. А многие не знают и этого. Принимая через орган зрения истечение прекрасного, человек впитывает тепло. Душа кипит, брызжет, и как страдают зубы, когда только начинают расти. То же самое испытывает душа человека,
начинающего взращивать крылья. Попаду.